Коллеги, рядом со мной Мария Панченко, это спикер нашей деловой сессии. Она еще идет, но ее выступление закончилось буквально секунду назад, и она сразу пришла к нам на интервью, за что вам огромное спасибо, Мария. Спасибо вам. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о чем была сегодняшняя сессия? Я рассказывала про наше персонализированное функциональное питание, которое мы продаем через наши потрясающие вендинги и Zonator Vending Spot. Хочется сразу обо всем и подробнее. Да, у нас такая на самом деле многослойная матрешка. Мы продаем функциональные напитки и питание Изониум, который представляет собой воду, прошедшую определенную обработку, на что у нас есть заключение, сертификаты и прочее, плюс ингредиенты. В зависимости от ингредиентов, которые мы добавляем, мы можем продать потребителю разные типы напитков и питания. Это может быть привычный чай, кофе, вода, это могут быть супчики, если нужно насытиться, и это могут быть функциональные напитки, в зависимости от тех витаминов, минералов, которые мы насыпаем, эти напитки могут либо расслабить, либо дать концентрацию, либо дать энергию. В общем, на ваш вкус, в зависимости от ваших потребностей и от ваших текущих нужд. И продаем мы это все через наши вендинговые аппараты, торговые автоматы. Они тоже имеют свои особенности, кроме того, что они потрясающе красивые. Надеюсь, что вы загуглите на isonator.com. Можно посмотреть, они действительно красивые. Есть 4К-экран на половину вендинга, где есть виртуальный ассистент, есть телеметрия, благодаря которой можно управлять бизнесом и понимать не только такие показатели, как нужно ли долить воды и нужно ли досыпать витаминов, но и сколько прошло людей, сколько человек бросило взгляд, сколько человек купило и прочее. И таким образом можно управлять бизнесом, не находясь все время рядом с ним. Это новая модель, которую мы предлагаем, собственно, нашим франчайзи и нашим инвесторам. Получается, все аналитические данные поступают в какой-то определенный центр, и можно управлять всей своей армией вендинга, при этом находясь в одном месте. Да, абсолютно верно. У нас есть приложение, и это приложение имеет разные функции в зависимости от вашей роли. Если вы владеете вендингом, вы можете увидеть всю статистику. Если вы просто покупатель и вы хотите приобрести какой-то напиток, то вы можете тоже использовать это приложение, подойти к вендингу, ничего не трогать, потому что антиковид, и, собственно, выбрать то, что вы хотите, либо ввести какие-то свои показатели здоровья, и приложение вам подскажет, что вам в данный момент времени лучше употребить. Это звучит как магия, как будто это 22 век. Да, мы, собственно, это и рассчитывали. Спасибо. Спасибо вам за вашу работу и, надеюсь, станем мы все здоровее. И самое главное, вендинговые аппараты будут наконец-то красивые украшением территории, а не как сейчас. Спасибо вам большое. Спасибо вам.